Так, мы сразу поставили запись. Так, ребята, всем добрый день. Поставьте, пожалуйста, прежде чем мы с вами начнем, давайте проверим картинку и звук. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, как меня видите и слышите. Если у нас все хорошо, мы с вами будем начинать. Так, картинка, звук. Я вижу, что звук, в принципе, нормальный, все хорошо у нас. Да, все. Все на десятку, все отлично. Окей. Хорошо. Все, я вижу, что все хорошо, мы с вами можем начинать. Значит, у нас с вами сегодня будет обучение. У нас 6 января, мы с вами проводили 2020 год и сейчас перешли в 2021 год, поэтому, пользуясь случаем, хочу вас поздравить всех с Новым годом, вот, и с наступающим Рождеством. И мы с вами проводили 2020 год. Этот год был интересный, во-первых. Во-вторых, он был крайне необычным. Я не скажу, что он был хорошим или плохим, год как год, но вот он был интересным и необычным. И, знаете, главный инсайт 2020 года, то есть мы с вами там много что видели, и самое главное, мы видели события, которые вообще никто не мог никогда прогнозировать. И только в фантастических фильмах, значит, авторы могли это все как-то себе в голове представлять, но тем не менее, то есть мы столкнулись в реальности с тем, что действительно было очень тяжело прогнозировать, и мой такой главный инсайт, я рефлексировал в конце прошлого года, 31 декабря, 1 января, я думал о тот год, который у нас прошел, я думал об этом годе, и у меня самый главный инсайт для себя – это то, что я, скажем так, главная мысль, да, 2020 года, главный итог 2020 года – это то, что в этом меняющемся мире самый главный скилл, самый главный навык – это гибкость, это умение адаптироваться к изменяющимся условиям. И еще раз вспоминаем эту известную фразу, что выживает не самый сильный, а выживает самый восприимчивый к изменениям. Мы с вами видели, что на рынке были очень много крупных игроков, сильных игроков, которые просто поверили в свою, не знаю, свою такую непоколебимую стабильность, значит, и мы видели, что много крупных игроков, сильных игроков, они или очень сильно потеряли, или вынуждены были с рынка уйти, вот, но в то же время были не сильные игроки, которые умели, смогли вовремя адаптироваться к этим изменяющим условиям. И самый главный, еще раз, скилл, самый главный навык в этом изменяющемся мире – это умение адаптироваться к изменяющимся условиям, то есть это гибкость. И второй момент, что, скажем так, что современный мир не приемлет, это категоричность. То есть категоричность тогда, когда человек думает, что вот так, как я думаю, вот будет только так и никак иначе. И мы видим, что вся категоричность, то есть мир, это, я думаю, что это любимое развлечение мира, любую категоричность разбивать в пух и прах. И чем сильнее человек категоричен или догматичен в каких-то своих мыслях, мир найдет способ в пух и прах разбить эти догмы, разбить эту категоричность. Вот, поэтому, с одной стороны, самый главный скилл – это гибкость, и с другой стороны, то, чем не нужно грешить, это категоричность. Нужно просто в моменте здесь сейчас принимать то, что происходит. И те компании, те люди, которые, и в том числе мы, которые в моменте здесь сейчас, не поддаваясь там на какие-то панические настроения, в моменте здесь сейчас адаптировались к новым условиям, те компании, которые взяли, скажем так, ручное управление бизнеса и каждый день реагировали на те условия, которые происходили, в этих компаниях все нормально, в том числе это и мы с вами, которые, я считаю, что мы 2020 год прошли не просто хорошо, нам удалось внутренне окрепнуть, нам удалось вырасти, вот, и самое главное, мы получили, это, наверное, самое главное, мы получили очень много инсайтов, мыслей и идей по поводу того, как нам дальше развиваться, расти. Значит, и мы, сейчас мы смотрим с таким воодушевлением, предвкушением 2021 год, потому что 2021 год у нас, вы знаете, то, что у нас в феврале будет запущена 4-я генерация нашего продукта, 4-е поколение, UDS 4.0, и вот в этом поколении будет очень много интересных моментов. Наверное, самое главное – это то, что мы впервые за всю нашу историю мы начинаем фокусироваться, помимо предпринимателя, мы начинаем фокусироваться на нашего кастомера, на пользователя, на того человека, который скачивает мобильное приложение. Потому что, еще раз, UDS – это платформа, которая объединяет
людей. С одной стороны, это предприниматели, с другой стороны, это кастомеры, пользователи, то есть люди, которые скачивают мобильное приложение. И если все время мы уделяли максимальное количество внимания своего это предпринимателям, мы допиливали продукт, улучшали его и так далее, то сейчас мы переключаем фокус на кастомера, на пользователя. То есть мы будем для предпринимателя также развивать продукт, но сфокусируемся на кастомера, на пользователя. И это говорит о том, что у нас немножко поменяется концепция, немножко поменяется стратегия, и это неплохо, это хорошо, потому что, еще раз, главный скилл 2020 года – это гибкость, главный скилл 2020 года – это адаптация. И у нас будет в 2021 году, в этом году мы выпускаем четвертую генерацию, потом, если вы заметили, мы каждые два года делаем новое поколение, потом в 2023 у нас будет пятая генерация, возможно, будет быстрее, потому что сейчас скорости становятся все выше и выше, не знаю. Но вот эта генерация 4.0, что она нам позволит? Она нам позволит на ровном месте создать еще один инструмент зарабатывания денег. То есть мы с вами начнем продавать трафик. Более того, мы уже это делаем, мы уже сейчас, то есть уже сейчас в компанию и в партнерскую программу приходят деньги за трафик. То есть уже клиенты покупают трафик. И эта история будет нарастать. Поэтому четвертая генерация, она будет очень интересна. Там у нас есть еще много очень мыслей по поводу четвертого поколения, и мы об этом будем говорить 6-7 февраля на итогах года, поэтому очень важно там быть, мы будем об этом говорить. Значит, и нам с вами очень важно, коль уж мы с вами начиная вместе 2021 год, только начало, сегодня еще раз 6 января, нам очень важно заложить вектор в работе нашей, я даже не скажу стратегию, а вот именно вектор, в каком направлении мы с вами двигаемся, то есть такое, знаете, целенаправленное движение, такой лазерный фокус, на что нам сфокусироваться, то есть на что нам больше обращать внимание, где мы можем приложить максимально своих усилий, то есть такой вот задать вектор на 2021 год. Хотя бы на первый спринт 2021 года. Вот мы с вами об этом сегодня поговорим. Плюс еще, так как у нас сегодня с вами обучение, я еще буду говорить что-то из своего личного опыта, то есть когда я работал сам в дистрибуции, будучи партнером, вот, я тоже буду делиться с собой, своим личным опытом, и вот у нас сегодня будет обучение про это. Для начала, прежде чем мы с вами перейдем уже к каким-то прикладным инструментам, то есть каким-то прикладным вещам, я хотел бы еще раз с вами проговорить о том, как вообще в принципе устроено, то есть о мироустройстве, как этот мир работает, как этот мир устроен, потому что мы с вами все живем в этом мире, в мире материальности, в мире дуальности, мы с вами должны понимать, то есть это игровая площадка, на которой мы с вами все здесь находимся, играем, значит, в жизнь, в бизнес и в массу других игр, и нам нужно понимать правила игры, вот этого игрового поля, правила для того, чтобы быть эффективными. Почему? Потому что, когда вы знаете правила игры, у вас есть шанс выиграть. Если мы с вами правила игры вообще не знаем, то шансов выиграть их просто практически нет. Когда вы выходите на футбольное поле, вам говорят про правила: беги туда и бей в те ворота. Если вы не знаете правила и будете забивать в свои ворота или будете что-то не то делать, поэтому, понятно, что результата не будет. Поэтому мы с вами должны об этом тоже поговорить. Значит, мироустройство. Как этот мир работает? Мы с вами все знаем из школьного курса физики, что весь наш мир, то есть вот эта вся материя, которую мы с вами видим, если мы ее будем раскладывать до элементарных частиц, то мы с вами увидим, что весь этот мир – энергия, да? То есть еще раз, школьный курс физики, мы знаем, что любой абсолютный предмет, значит, его можно разложить на части, например, да, мое тело, то есть оно состоит из органов, органы состоят из молекул, молекулы там, значит, из клеток, клетки из атомов, атомы – это нейтрон, протон, электрон и так далее. Если мы еще дальше будем все это дело вглубь разбирать, то мы с вами уже там получим кварки, фотоны, значит, и в итоге это будет энергия. То есть все состоит из энергии. То есть мы знаем с вами, что любая абсолютно материя,
она реализуется из энергии. То есть любая, абсолютно любой предмет, он материализуется из энергии. То есть мы с вами, по сути, видим этот мир так, как мы видим, но если бы нам дали какие-то там специальные очки, какое-то специальное зрение, то мы бы с вами этот мир увидели просто как энергию. И мы с вами в этом энергетическом супе плаваем. Значит, и из этого супа какие-то появляются частицы, они соединяются и создается материя. Да? То есть мы с вами это знаем, это школьный курс физики. И если этот мир энергия, то есть мы тоже есть энергия, и мы с этим миром взаимодействуем. И каким образом у нас происходит взаимодействие с этим миром? Значит, я есть энергия, взаимодействую с этим миром, который тоже есть энергия. Значит, я в мир отдаю какую-то энергию свою. А мир, что такое мир? Мир – это площадка, которая материализует энергию. То есть задача мира – это взять энергию и материализовать ее во что-то. И когда я в мир отдаю энергию, мир эту энергию возвращает мне в виде материализованных предметов, в виде ресурсов, людей, событий, каких-то различных ситуаций и так далее. То есть вот, например, что такое телефон? Телефон – это энергия, которая, то есть энергия, которая материализовалась в телефон. Значит, там, не знаю, то эти наушники тоже. Это изначально это энергия, которая материализовалась в эти наушники. То есть это, по сути, энергия, которая нашла выход вот таким образом распаковаться, то есть или там собраться в там, эти наушники. Идем дальше, смотрите. $100. Что это такое? Это, по сути, энергия, которая нашла способ материализоваться вот в таком виде. То есть так как это мои $100, они принадлежат мне, это часть моей энергии, которая нашла выход вот таким образом. И я эту энергию, то есть этой энергией могу, значит, обмениваться с другими людьми. Когда я, например, эти $100 даю кому-то вам, я обмениваюсь с вами этой энергией. Вы эту энергию забираете, я ее даю. Окей, значит, если это все энергия, то это говорит о том, что количество вот этих, например, бумажек у меня, это, то есть сколько у меня этих бумажек, то есть говорит о том, какое количество энергии у меня есть. То есть если я представляю себя большое количество, то есть у меня есть большое количество энергии, я имею возможность материализовать большое количество вот этих вот бумажек. Или, например, хотя это по сути просто бумага, это просто, просто материализованная энергия. Например, деньги на банковском счету, на вашем банковском счету, это тоже просто цифры, но это материализованная энергия, которую вы можете потратить. Когда вы покупаете, идете, зарабатываете, там, например, деньги, купили себе автомобиль, что такое автомобиль? Автомобиль – это ваша материализованная энергия. Если это ваш автомобиль, вы на нем ездите, это говорит о том, что это ваша энергия, которая нашла свою реализацию, способ своей реализации в автомобиле. Когда вы живете в квартире или, например, в доме, у вас большой красивый дом, это говорит о том, что это ваша энергия, которая смогла реализоваться вот в этот дом. И, по сути, наша жизненная задача – это расширяться энергетически во все стороны, потому что энергия – это не только деньги, энергия – это другие люди, это события, это какие-то ситуации, это какие-то ресурсы, которые мир вам дает для того, чтобы вы что-то получили, там, то, что вы хотите. Это могут быть какие-то отношения, это могут быть отношения там, в паре, это могут быть отношения в бизнесе и так далее. То есть чем больше энергии, тем, и понятно, что со знаком плюс, тем больше материализации она находит. Еще раз, мы с вами энергию продуцируем, а этот мир, его задача эту энергию материализовать. Хорошо. И, значит, мы с вами здесь можем сделать несколько выводов. Первое. Первое – это четкая пропорция. То есть четкая пропорция – это сколько энергии от меня вышло, столько энергии ко мне придет в виде каких-то материальных ресурсов. Причем бывают такие ситуации, что, например, человек, не знаю, зарабатывал деньги, купил, например, там, себе дорогой автомобиль и на нем ездит. И у него, значит, такое количество энергии. То есть его энергия нашла материализацию. То есть у него есть этот автомобиль. И через некоторое время, возможно, может случиться так, что у него, он будет, например, поэтому по поводу этого автомобиля переживать. Там, или, например, у него будут какие-то страхи или еще что-то. Страхи очень сильно энергию поджирают. То есть бывает, что мы с вами энергетически расширяемся, а потом энергетически сужаемся. Это нормальная история абсолютно, потому что мы все с вами люди. И когда мы с вами находимся в благодарности, в принятии, когда у нас радостное настроение, мы с вами расширяемся. Как только у нас появляются какие-то сомнения, тревоги, страхи и так далее, страхи очень сильно поджирают энергию. То есть как только мы живем в страхах, энергии очень, становится очень мало. И возьмем этот пример, если человек, например, купил себе автомобиль, вот, но у него какие-то есть страхи, и они начинают энергию поджирать, то есть энергии становится меньше. Мир всегда найдет способ отбалансировать эту ситуацию, то есть он может этот автомобиль
забрать, потому что, ну, авария, дерево на него упало, там угнали автомобиль, еще что-то. То есть мир всегда найдет способ отбалансировать недостаток энергии. Вот. И есть четкая пропорция. То есть чем больше мы энергии, чем больше у нас энергии, чем меньше страхов, тревог, сомнений там, и так далее, чем более, так скажем, позитивным взглядом мы смотрим на этот мир, в принятии других людей, принятии других ситуаций, вообще принятии этого мира, тем больше мы становимся шире, мы расширяемся. Есть четкая пропорция. Сколько я туда энергии отдал, столько я материальных ресурсов получил. Сейчас ресурсы – это не только деньги. Второй вывод, который мы с вами можем сделать, это то, что я первично, а мир вторично. То есть все начинается с меня. То есть не мир дает, а с меня все начинается. Мир просто откликается на то, что идет из меня. Поэтому у нас не может быть абсолютно никаких обид на мир, на других людей, на какие-то различные ситуации. Мы с вами должны понимать, это хорошая авторская позиция, мы с вами должны понимать, что я первично. То есть все, что происходит вокруг меня, хорошего или плохого, это есть отклик на мою энергию, которую я в этот мир отдаю. И это хорошая, еще раз, авторская позиция. Позиция жертвы тоже, она отбирает энергию, потому что жертве энергия не нужна. Как только вы попадаете в какое-то жертвенное состояние, мир начинает балансировать, и он начинает все больше и больше отбирать, потому что жертве энергии не нужна. Автору нужна энергия, потому что автор берет на себя ответственность, у него становится больше энергии, и мир сразу же отвлекается на вот это вот правильное внутреннее состояние. Идем дальше. Еще один вывод, который, ну, наверное, таким особняком здесь стоит, это то, что внимание, энергия следует за вниманием. То есть энергия следует за вниманием, там, где ваше внимание, там энергия. То есть можно перефразировать, где ваш фокус, там энергия. То есть те места, где вы фокусируете свои, то есть если вы своим вниманием направлены на какую-то конкретную идею, там, задачу и так далее, то там начинает накапливаться энергия. Знаете, это как работает, как вот пучок лазера или нет. Самый хороший пример, это, помните, в детстве мы с вами брали лупу, значит, и выжигали на деревянных скамейках, нас потом за это ругали, значит, бабушки, дедушки, но мы вот на деревянных скамейках выжигали лупы. Что мы делали? Мы собирали лучи, рассеянные лучи солнца в пучок, и вот этот пучок тогда, когда вот эти лучи фокусировались, создавалась большая температура, и она позволяла нам с вами выжигать, да, значит, какие-то слова или там какие-то картинки на дереве. То есть что мы делали? Мы фокусировали энергию. Причем самое интересное, что чем больше вы эту энергию фокусируете, чем больше внимания, то есть чем больше вы, ну, в данном случае с лупой, чем больше вы держите вот этот пучок, значит, там, над деревом, то вы можете привести к тому, что вообще произойдет возгорание. То есть можно было лупой создать костер. За счет чего? За счет того, что вы долгое время фокусировали энергию, в данном случае солнца, на каком-то конкретном предмете, в данном случае дерево. Наше внимание то же самое. Вы должны понимать, что мы с вами люди, мы очень... У нас очень много энергии, то есть мы очень много энергии воспроизводим. Но проблема в том, что наша энергия, она рассеивается. То есть, как правило, у нас нет фокуса. Когда мы с вами думаем, наше внимание расфокусировано, мы с вами думаем вначале об этом, потом об этом, там потревожились, здесь посомневались, там смотрим в будущее с какими-то ожиданиями не совсем хорошими, думаем, а что же там будет в 2021 году, а может быть будет еще хуже и так далее. Наша с вами энергия, она очень сильно рассеивается. Это как будто бы, вы не можете собрать вот эти вот солнечные лучи. Но когда вы начинаете очень долго думать о чем-то одном, неважно, это хорошее или плохое, вы там собираете свою энергию, и самое главное, что энергия, она не просто там собирается, она копится, и через некоторое время она проявляется. То есть это как в природе. Накопление, 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 потом проявление. И почему происходит иногда классные там ситуации в жизни, например, там какие-то финансовые прорывы, почему происходит? Потому что человек долгое время фокусировался на чем-то одном, но в данном случае на финансовом результате, шел к этому, не позволял каким-то другим событиям его отвлекать. То есть он, по сути, взял лупу и начал вот этой лупой собирать солнечные лучи, свою энергию и в одно место направлять. И мог кто-то подойти, его там дернуть, пойдем в это поиграем, а ты вот сюда посмотри. И если человек целенаправленно сидел с лупой и что-то собирал солнечные лучи, то он через некоторое время может развести костер. Но если человек взял лупу, чуть-чуть посидел, потом его туда дернули, сюда дернули, туда дернули и так далее,
вот так вот наше внимание с вами рассеивается, и мы с вами не можем создавать какие-то яркие прорывные результаты в жизни. То есть они есть результаты, но они посредственные, потому что это внимание, оно рассеяно. Более того, мы внимание направляем на какие-то нехорошие вещи, которые тоже имеют возможность, имеют свою реализацию. То есть если мы долго думаем о чем-то плохом или мы долго фокусируемся на чем-то плохом, мы в любом случае рано или поздно получим вот это проявление. Там накопится энергия и значит, произойдет какая-то нехорошая история с нами. Еще раз, где фокус, там энергия. Подумайте об этом. Как это касается нашего бизнеса? Значит, у нас... Сейчас следующий у меня тут слайд. Как раз как это нашего бизнеса касается. Мы с вами переходим уже к такому практичному инструментарию. Значит, в нашем бизнесе, когда человек приходит, то есть зачем я вам все это рассказывал, про фокус, про энергию, в нашем бизнесе, когда у нас приходит новичок, как правило, у него очень, он попадает в большое, то есть в инфополе, где очень много ему говорят, то есть нужно, значит, это сделать, нужно обучиться, нужно изучить продукт, нужно там вот это, пойдем, значит, там продукт продавать, пойдем, значит, там партнерскую программу строить, это сделать, там обучение и так далее. И получается, что у человека происходит вот это вот рассеивание его энергии, и у него не создаются какие-то результаты. То есть у нас могут же быть, смотрите, у нас есть люди, которые приходят, у них какие-то выстреливают результаты. Например, у кого-то выстреливают результаты по партнерской программе, у кого-то выстреливают результаты по продукту, у кого-то по внедрению, у кого-то там, значит, по продажам. Это те люди, которые сфокусировались долгое время на чем-то одном. То есть у них выходят какие-то прорывы, случаются. Вот. А есть люди, у которых посредственные результаты вообще во всем абсолютно. И это говорит о том, что у человека внимание рассеяно абсолютно, то есть он, ну, то есть он вроде бы сел со своей лупой, он хочет собрать солнечные лучи для того, чтобы там какое-то слово написать, создать результат, а его начинают со всех сторон дергать, и он, значит, сюда побежал, туда побежал, туда побежал, и, по сути, не получается сфокусированно прорывного результата. Поэтому есть одна определенная вещь, то есть определенное действие, на котором нужно сфокусироваться. Я вас хочу призвать в 2021 году, хотя бы в первом спринте, давайте попробуем, сфокусируемся на одном действии в партнерской программе. Сейчас я скажу, какое это действие. То есть, если мы с вами договоримся, это действие, которое из моего личного опыта, это, наверное, самый правильный фокус, который должен быть в партнерской программе. Наверное, самый главный фокус. Более того, это комфортный ритм работы, значит, и... Это ритм, который, с которым успеют все, то есть, ну, к которому может адаптироваться абсолютно любой человек. Как вам идея сфокусироваться продолжительное время, вот эти, например, первый, вот этот спринт, 6 месяцев, сфокусироваться на одном действии, значит, которое мы будем ежемесячно делать для того, чтобы у нас создался большой результат. И это действие, мы с вами к нему подходим, это правило. Вот так оно называется, правило. Вот такое правило. Это говорит о том, что два лично приглашенных партнера ежемесячно. То есть правило два лично приглашенных, еще раз повторяю, два лично приглашенных партнера каждый месяц. Каждый месяц. Как вам идея взять для себя вот эту задачу как задачу минимум? Каждый месяц два лично приглашенных. Это задача минимум, которую абсолютно любой партнер должен сделать. Если мы с вами вот эту историю будем пропагандировать, мы будем о ней везде говорить, мы с вами постепенно начнем на этом фокусироваться. У нас там появится энергия. И вы знаете, когда у вас появляется энергия, то есть если вы в течение месяца об этом думаете постоянно, то есть вы думаете, в этом месяце мне нужен два личных приглашенных, в этом месяце у меня должно быть два партнера. Вы что делаете? Вы берете лупу, вы собираете свою энергию в пучок и метитесь в два личных партнера. Мир начнет давать, мир начнет подстраиваться, то есть мир начнет реагировать, он начнет давать людей, вам начнут люди звонить, вам люди начнут писать, у вас будут очень хорошо проходить встречи. Почему у вас до сих пор, например, не было два лично приглашенных в месяц? Вот я не знаю, кто-то может в чате сейчас написать, значит, у кого последние полгода были два лично приглашенных ежемесячно. Я думаю, что если бы вот сейчас, вот у нас тут почти там сколько, 400 человек, если бы каждый партнер, который прямо сейчас в онлайн на вебинаре, если бы каждый партнер написал, что я последние полгода два лично приглашенных делаю, мы бы с вами на самом деле не собирались. У нас бы вообще было все очень хорошо. Нам бы вообще не нужно было с вами собираться. Ну, как бы, нет, мы бы с вами собрались, наверное, на 5 секунд, просто я бы вышел в эфир и сказал, ребята, и вы такие, ну, как бы да,
мы это делаем, и пошли работать. То есть нам не нужно было, у нас бы вообще никаких не было бы вопросов рабочих, у нас бы вообще не было бы никаких проблем, потому что каждый знает, чем нужно заниматься. Два лично приглашенных человека. Почему у вас не было этих людей? Потому что у вас не было там фокуса. Вы, ну, не знаю, кто-то, значит, шел там что-то с продуктом делать, кто-то еще что-то, кто-то там, значит, кто-то учился, кто-то на это обучение пошел, кто-то на эту школу поехал там и так далее. То есть вот этот был расфокус. У вас просто не было вот этого лазер-фокус на вот этом результате. Если мы с вами на этом еще раз фокусируемся, мы начнем туда энергию направлять, мы будем постоянно об этом думать, мир начнет давать ресурсы. Потому что, еще раз, накопление, проявление, энергия копится, потом проявляется. То есть задача этого мира – проявлять ту энергию, материализовать ту энергию, которую вы в него отправляете. Еще раз. И если вы долгое время отправляете эту идею, каждый месяц у меня должно быть два личных партнера, мир начнет это все дело распаковывать. Это будет задача минимум. Какие партнеры, ребята? Партнеры на любом абсолютно пакете. Абсолютно любой пакет. Причем у вас сейчас может возникнуть вопрос, а там, например, продукт надо продавать. Конечно, надо. Надо продавать. Однозначно. Так вы сделайте два партнера, лично приглашенных, на любом пакете и занимайтесь весь остальной месяц абсолютно чем угодно. То есть вы можете сейчас за ближайшие два дня сделать две регистрации на пакет «Старт-селлер», у вас есть два партнера, а дальше вы уже занимаетесь чем угодно. То есть вы можете их запускать в работу, вы можете заниматься продуктом, можете заниматься внедрением, вы можете заниматься продажами там и так далее. Либо вы можете дальше регистрировать новых партнеров. Но задача минимум, это минимум задача, это два новых партнера в течение месяца. Мы с вами все абсолютно хотим заниматься масштабированием. Те люди, которые занимаются конкретно партнерской программой, те люди, которые занимаются конкретно продуктом, внедрением, продажей, мы все с вами в идеале стремимся к процессу масштабирования. То есть мы все с вами в идеале хотим через некоторое время получать пассивный доход, достаточный для того, чтобы закрывать все свои абсолютно финансовые потребности всего своего окружения. Чем бы вы ни занимались, продуктом, неважно, все равно мы должны заниматься построением партнерской программы. Даже если вы занимаетесь продуктом, то вам проще регистрировать новых партнеров, потому что вы можете с клиентами переговорить, и кто-то из них может перейти в партнера. То есть клиент-партнер тоже считается, потому что этот человек стал партнером. Еще раз, задача минимум – это два партнера на любом абсолютно пакете, на любом в месяц. Теперь, как может выглядеть ваша работа? Мы с вами сегодня 6 января, мы с вами тут собрались, значит, об этом поговорили, и вы говорите: все, это классно, мне нравится, мне отвлекается, классная привычка, я хочу 21 год пройти с этой историей. То есть я буду приглашать два лично приглашенных партнера в месяц. Значит, вы с этой историей, значит, начинаете работать, и там... Может быть такое, что вы завтра уже этих партнеров найдете, ребята. Вот просто это работает вот таким образом сейчас. Вот в этом изменяющемся мире. Уже мир разуплотняется. Это говорит о том, что наши мысли, они быстрее материализуются. И достаточно возможно, что вам тут один день подумать, что у вас уже завтра могут появиться каких-то два партнера новых. Причем они могут прийти вообще неизвестно откуда, непонятно откуда. Неожиданно. У меня какой-то свет появился. Это я вот так вот, знаешь, говорю и появился в этих лучах. Да. Как-то. Ну, окей, я думаю, что вы меня хорошо видите, да. Так вот, например, завтра у вас появилось два новых партнера. Что вы можете делать? Понятно, что вам нужно провести с ними первые какие-то встречи. Вам, как куратору, надо им уделить время. Так вот, вы, например, там 7-го, 8-го, там 9-го, 10-го, не знаю. То есть в течение месяца вы пригласили два новых партнера. Вам нужно до конца месяца, до конца января помочь им провести встречу. Я думаю, что где-то 5 встреч этого достаточно для того, чтобы был запуск партнера. Так, все, я появился. Раз. Все, появился, да. Значит, не нужно долго заниматься включением партнера. Партнер может включиться, то есть достаточно провести 5 встреч. Знаете, это как птенца, то есть из гнезда. То есть когда птенец вылупляется, родители какое-то время прилетают к нему, приносят ему червей, значит, кормят его, и через некоторое время они начинают этого птенца из гнезда
выкидывать. Почему? Потому что если этот птенец долго засидится, у него все атрофируется, и он просто начнет паразитировать. То же самое происходит с вашими партнерами. То есть если вы в какой-то момент партнера не выкинете из гнезда, то есть скажете, все, ты уже взрослый, иди сам делай встречу, у тебя уже там есть команда, ты должен сам эту команду запускать, то через некоторое время этот птенец становится таким большим жирным и начинает паразитировать. Более того, этот птенец, вы создаете новых птенцов, то есть у вас новые птенцы появляются в гнезде, а этот большой птенец, он начинает этих маленьких птенцов раскидывать из гнезда для того, чтобы забрать все ваше время, паразитировать. Я думаю, что у вас такое было, у меня такое было, когда вы очень много внимания уделяете, чрезмерно много внимания уделяете, значит, своему лично приглашенному, нянчитесь с ним там месяц, два, три, через некоторое время он становится паразитирующим объектом в вашей команде, он начинает с вас там энергию сосать, и у вас не хватает времени на работу с другими людьми. То есть вот эта сепарация родительская, она должна происходить. То есть мы, такая хорошая тоже аналогия, то есть мы, когда человека приглашаем в бизнес, мы как его родители, которые его в этом бизнесе родили. И наша задача первое время его сопроводить, а потом уже должен произойти процесс сепарации. Это хорошая история тогда, когда он, человек, становится взрослым. Он выходит в мир, он создает свою там семью, ячейку там общества, начинает сам себя обеспечивать, и как бы мир получает полноценную личность. То же самое в нашей партнерской программе. Я думаю, что 5 встреч, когда вы проведете человека 5 встреч, этого достаточно вашей личной работы с этим человеком. Понятно, что вы потом на телефоне, вы с ним общаетесь, вы с ним поддержите связь. Это как ребенка родили, значит, до там 15-16 лет, значит, 17 лет он с вами пожил, потом он уехал учиться, куда-то переехал на свою квартиру, начал чем-то заниматься и так далее. Вы с ним уже не видитесь, но вы с ним созваниваетесь, спрашиваете, как дела, и видитесь как по каким-то праздникам семейным. Например, на итоге года приехали, вся семья объединилась, значит, посидели, пообщались и снова все разлетелись. Вот эта сепарация, она должна происходить. В бизнесе та же самая история. Поэтому, как может выглядеть ваше в январе? Первое. Мы фокусируемся на двух лично приглашенных. Неважно, какая, ребята, у вас структура. У вас может быть сейчас, вы можете быть большим лидером, у вас может быть 1000 человек в структуре работает, больше 1000. В любом случае, два личных партнера должно быть в этом месяце. То есть мы, первое, работаем на эти два партнера, и потом все оставшееся время мы занимаемся, чем хотим. То есть что хотим, делаем. Это задача минимум, которую мы сделали. Мы делаем 5 встреч и так далее. Но как только начинается февраль, 1 февраля, мы говорим, так, все, я пошел работать дальше на первую линию, у меня февраль, у меня задача два лично приглашенных в феврале. И за январь надо успеть провести там по 5 встреч с этим двум лично приглашенным. В феврале делаем, опять же, регистрации новые, два личных партнера, помогаем им с их личными встречами до конца февраля. Все, начался март, опять два лично приглашенных, помогаем им делать встречи. Это задача минимум. Можете больше, но меньше не можете, потому что... Ну, давайте вообще обсудим, какие есть плюсы у этой системы. Смотрите, во-первых, если мы с вами возьмем этот темп с января, то к концу 2021 года у вас в первой линии будет минимум 24 партнера. Представьте, 24 личных партнера. Да? 24 личных партнера – это как будто бы в вашем озере 24 ручейка. Если вы, ну, там, какой-то, ну, там, например, начали бизнес там, 2 года назад, активно строили команду, первые полгода, а за последние полтора года вы не пригласили ни одного человека, это говорит о том, что в вашем озере не добавилось ни одного нового ручейка. И ваше озеро, оно превращается постепенно в болото. Я думаю, что, ну, у меня было такое ощущение, когда я работал, а у меня 14 лет опыта в партнерской программе, у меня были такие моменты, когда я чувствую, что структура как болото просто, где нет никакого движения, где какая-то разлагающаяся атмосфера, где, значит, происходит постоянный слив энергии и так далее. И как только я выхожу в поле и начинаю регистрировать новых людей, я как будто, знаете, глоток свежего воздуха, глоток свежей воды. То есть пришел новый ручеек, который дал свежесть. Это новое направление вы, по сути, открываете. Вы, по сути, открываете, ну, там, еще один филиал, там, не знаю, своей структуры. Поэтому это очень важно делать. Значит, нужно свою структуру постоянно обогащать новыми вот этими ручейками. Опять же, в моем опыте, последние мои там, моя партнерская деятельность, 2 года у меня было 62 лично приглашенных. То есть за 2-4 месяца 62 лично приглашенных. Это больше, чем 2 человека в месяц. Вот. Потому что задача минимум 2 человека в месяц. Затем вы в постоянном тонусе находитесь. Вы постоянно, то есть вам есть постоянно чем заниматься. У вас есть люди. Вы, значит, на встречах. Они вам назначают встречи и так далее.
значит, вам всегда есть с кем работать, потому что есть человек, у него есть список, у вас есть постоянно встречи и так далее. Когда у вас нет какой-то активности, это говорит о том, что вы не приглашаете в первую линию. То есть первая линия дает очень много активности, первая линия дает очень много ресурсов и энергии. Значит, затем, что еще происходит? Это дубликация. То есть ваши люди, они смотрят на вас, они делают то же самое, что и вы. То есть вы говорите, представьте, человек приходит, новичок в бизнес, он говорит, слушай, что здесь нужно делать? Вы говорите, слушай, здесь, я тебе сейчас скажу самое главное действие, которое здесь нужно делать. Нужно в месяц приглашать два личных партнера. Теперь иди и научись, как это делать. То есть смотрите, чувствуете разницу? Одно дело, когда человек приходит в бизнес, и мы начинаем его пичкать разной информацией. Значит, продукт, партнерка, маркетинг-план, вот это. И потом, когда он уже такой весь рассеянный, он не понимает вообще, зачем ему столько информации, вы говорите, иди и работай. И он не понимает, как эти знания использовать. То есть человек не понимает, для чего изначально. Вот. А теперь представьте другая ситуация. Человек пришел к вам в бизнес, вот вы зарегистрировали завтра, послезавтра нового человека. И вы говорите, короче, слушай, здесь надо сделать только одно действие. Каждый месяц два лично приглашенных. Все. Теперь иди и ищи информацию, обучайся, как ты это будешь делать. Теперь он осознанно тренирует звонки, теперь он осознанно тренирует встречи, он осознанно тренирует презентацию, он осознанно учит продукт, он осознанно учит маркетинг. Почему? Да потому что ему нужно каждый месяц делать два человека, два лично приглашенных партнера в месяц. Все. Он может быть, ему может очень понравиться продукт, ему говорит, слушайте, классный продукт, я пошел в продукт работать. Вы говорите, ради бога, но ты должен понимать, что продукт – это инструмент, через который ты должен приглашать два лично приглашенных в месяц. Вот. Или он говорит, я хочу заниматься внедрением. Ради бога. Но внедрение – это инструмент, через который ты делаешь два лично приглашенных партнера в месяц. Представьте, если мы с вами начнем так работать, люди, которые появляются в новой структуре, они начнут эту историю дублицировать, мы с вами начнем очень активно расти. У нас с вами сегодня больше 2000 партнеров, там больше 2000 партнеров, да, почему? Почему у нас не 10 тысяч партнеров? Потому что мы не фокусировались на этом, ребята, почему? Потому что наше внимание, возможно, было рассеяно, потому что у нас не было столько энергии, чтобы воплотить такое количество партнеров. Но вы же понимаете, что мир, он очень пластичный. Как только мы начинаем энергетически расширяться, как только мы начинаем фокусироваться на том, что на чем-то одном, мир начинает это все дело проявлять. Поэтому давайте сфокусируемся на тысяче. В первом году, и вот это правило для себя возьмем и вырастем кратно в партнерах. Понятно, что когда мы растем в партнерах, мы и в клиентах прирастем. У нас и клиентов будет очень много, и всем будет очень много работы на самом деле. Вот. Поэтому это, ну, правило, наверное, ну, как бы единственное правило, которое здесь, единственное действие, на котором нужно сфокусироваться и к которому нужно стремиться. Затем у нас происходит в этом случае правильное включение в работу. То есть я уже об этом говорил. Вы с человеком провели 5 встреч, и птенца из гнезда, и тут птенец либо он разбивается, тоже такие случаи бывают, либо он, значит, учится летать и, значит, летает уже сам. Я не знаю, вы же не хотите в своей структуре большое количество вот этих вот птенцов, которые сели вам на шею и постоянно с вас энергию сосут. Я думаю, что это не то, к чему вы стремитесь, это не та бизнес-модель, которую вы хотели бы построить. Я думаю, что вы хотите вывести потомство, где каждый ваш птенец, он самостоятельная, ну, там, взрослая птица, которая сама летает и сама создает свои семьи и так далее. То есть я думаю, что это, наверное, самая лучшая история для нас с вами. Поэтому правильное включение в работу тогда, когда вы в какое-то определенное время отходите в сторону для того, чтобы человек вырос, для того, чтобы человек взял на себя ответственность, для того, чтобы он, ну, то есть вышел в мир и начал сам самостоятельно творить. Потому что лидер не растет в тени другого лидера. Если в тени вашей есть там, ваша первая линия, она не развивается, потому что вы есть потолок на самом деле, потому что они не могут вас перепрыгнуть, хотя потенциал есть. Вот, что еще? И последний момент – это комфортный ритм абсолютно для всех. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Сделать две регистрации в месяц лично
партнера на любой абсолютно пакет. У нас еще, знаете, вот сейчас органично так, мы сейчас об этом говорим, потому что мы включили пакет Start Seller, вот этот бонус полугодовой абонентской платы. Вам можно даже включить Start Seller, потому что он полгода будет находиться в инфополе. То есть он включился, и вы уже ему говорите о том, что мы в этом бизнесе делаем 2 лично приглашенных каждый месяц. Он здесь услышит, от вас услышит, потом на обучение в офис ходил, потом там послушал кого-то другого лидера, кто-то там в сторис что-то рассказал, какой-то лидер, кто-то там, значит, провел прямой эфир, они пересмотрели там вот этот мой вебинар, мы сделаем записи, и мы его выложим. И вот он слышит, здесь 2 человека в месяц, там 2 человека, там, 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 и он начинает, он понимает, а, окей, это такие правила игры, все, я пошел работать. Поэтому это комфортный ритм абсолютно для всех. Хочешь больше? Окей. 3 человека, 4 человека, 4 партнера. Вот. Но минимум это 2 лично приглашенных. Давайте мы с вами договоримся. Это будет жест 2021 года, вот этот вот. Когда мы с вами в следующий раз увидимся, когда я там приеду куда-нибудь, и у нас будет какое-нибудь обучение, я думаю, что мое обучение может на самом деле быть там не час, не полчаса, мое обучение может быть 10 секунд. То есть я приеду там куда-то на форум, будет партнерское обучение, я выйду на сцену, я не скажу ни слова, я просто скажу, ребята, вот. И этого будет достаточно. Говорит, да, да, действительно, надо пойти и делать 2 лично приглашенных. Вот. А если вы это делаете, вся ваша команда делает, то нам и говорить, в принципе, особо не о чем. Потому что когда все делают эти действия, все хорошо. Никаких абсолютно вопросов возникать не может. Знаете, я вот с этой темой, мы эту тему разбирали с партнерами в Тюмени. И мы эту тему разбирали с партнерами в Москве. Значит, и я спрашивал у ребят, ну, там, какие у вас есть вопросы, рабочие вопросы. Какие у вас рабочие вопросы? Значит, кто-то говорил, вот скажите, пожалуйста, как мне мотивировать, там, не знаю, мою первую, моих людей? И тут один ответ, вот. То есть как мотивировать? Иди, делай лично приглашенных, 2, каждый месяц 2 человека. Люди, они будут делать то, что ты делаешь ты. Не надо мотивировать людей, не надо говорить им, что делать. Идите, делайте сами, и они будут вас копировать. То есть, ну, как маленькие дети. То есть так и есть. Ребенок не говорит то, что вы делаете. Ребенок делает то, что... То есть не говорит то, что вы говорите. Делает то, что... В чем вы поняли, я начал сговариваться. То есть он не делает то, что... Вы говорите, он делает только то, что делаете сами вы. То же самое и с нашими людьми. Люди спрашивают, например, как мне, не знаю, там... То есть, ну, вообще, абсолютно любой вопрос, я думаю, сейчас мы не будем на это тратить время, то есть любой абсолютно рабочий вопрос, который бы вы сейчас не задали мне, я могу ответить таким образом. Там, кто-то спрашивал, как продавать, как продать, как привести в... На итоге года большое количество людей. Как привести? Вот ответ 2. То есть если вы делаете каждый месяц 2 человека, ваша команда, она тоже это дублицирует, и у вас постепенно растет команда, и вы вывозите на мероприятие большое количество людей. Как заработать в этом бизнесе там, в 2021 году 100 тысяч долларов? Вот. Я думаю, что это за год это возможно. Если вы это делаете, и у вас в конце года 24 лично приглашенных, ваша команда это дублицирует, команда вторая линия дублицирует, третья линия дублицирует и так далее. Вот, пожалуйста. Как создать команду 100 тысяч партнеров? Ответ вот, вот. То есть с этого все начинается. То есть маленькие действия ежедневные, они приводят к большим результатам. То есть вода камень точит. Мы каждый день делаем определенные действия, каждый месяц мы делаем, мы на чем-то определенно фокусируемся, и все, и это создает результаты. Вы знаете, я думаю, что сейчас у многих из вас может быть такой, знаете, как камень с души, знаете, как вот груз с плеч упал, потому что сейчас можно выдохнуть, и теперь вы знаете, что здесь нужно делать. То есть вы можете все лишние дела оставить в сторону и сфокусироваться только на одном действии. То есть сейчас просто одно действие – это 2 лично приглашенных. Правило вот такое вот. Значит, затем. Так, следующий слайд. Слайды, знаете, они слайды не для вас, они больше для меня, что я по слайдам вижу хронологию выступления. Так, слайд. Еще раз мы с вами повторяем, что где фокус, там и энергия. Еще раз, где мы фокусируемся, там у нас материализуются результаты. Поэтому давайте договоримся и сфокусируемся в первом спринте вот на этой истории. 2 человека. Сразу скажу, вы должны иметь лидерскую, авторскую позицию. Вы должны понимать, что
ваша команда, она, возможно, не сразу это примет. То есть, ну, не то, что примет, она не сразу до них дойдет, что вот как бы, ну, все это вот то действие, которое нужно делать. Поэтому задача лидера, если у вас есть команда, вы должны сами вот эту историю дальше начинать пропагандировать. То есть вы должны сами об этом говорить. Каждый день, на каждой встрече вы должны человеку показывать. То есть вот это вот просто должно сниться людям. То есть вот этот жест. Отсылайте в личных сообщениях вот эти два пальца. Спрашивайте, значит, у людей, там, у тебя есть, то есть у тебя есть сделки, то есть у тебя будет два лично приглашенных. То есть нам с вами, наша с вами задача, это наша с вами общая работа, вот этот вот, скажем, флешмоб запустить. То есть сделать так, чтобы мы там фокусировались, чтобы мы с вами туда свою энергию направляли, вот это как лазер, как вот этот фокус, как лупа, которая собирает всю нашу энергию и фокусирует в одном направлении. И если мы с вами в это фокусируемся, мир начинает откликаться. Еще раз, у вас могут быть различные сомнения, ребята, что, ну, как бы это звучит классно. На самом деле это, ну, здорово, это круто. Вы можете сказать, Вячеслав, да, не, он правильные вещи говорит, да. Но на самом деле мир, он не совсем так работает, потому что бывает, что люди приходят в бизнес, и они говорят, что, значит, у меня там нет сейчас времени в этом месяце, я начну там со следующего месяца там, и так далее. Еще раз, почему вы думаете, что это так не работает? Потому что вы не собирали в пучок еще раз энергию. И вы должны вспомнить один из первых слайдов, где я говорил «я первично». То есть мир вторично, то, что в вашем мире происходит, идет от вас. Поэтому если в вашем мире не было такого, вот этих легких результатов на два новых партнера, только потому что от вас эта энергия не шла. Еще раз, теперь надо сделать так, чтобы эта энергия от вас шла, чтобы вы об этом думали. Еще раз. Сейчас мир разуплотняется. То есть это говорит о том, что мысль, она становится, то есть она становится весомее, она становится сильнее. И возможно, что достаточно вам чуть-чуть совсем подумать, и уже завтра, послезавтра у вас начнут происходить сделки. Мы на форуме, по-моему, в Тюмени тоже об этом говорили. У нас один из партнеров говорит, вот я начал об этом думать, и вот уже через там какое-то количество часов получил уже звонок от человека, который говорит, слушай, я там в Инстаграме написал, я там за тобой наблюдаю уже там 3 года. Давай расскажи. У меня есть человек 2 года просто наблюдает, и, значит, и мир, как только вы начали фокусироваться, мир говорит, так, все, давай, он готов, значит, у него много для этого энергии, давай, пиши ему. И человек пишет. Вот, поэтому такие вот вещи происходят. Хорошо, значит, с этим понятно. Еще раз, я думаю, что мы с вами договорились, да, по поводу этого жеста. Следующее мое обучение, которое, не знаю, там, когда-то произойдет, оно будет 10 секунд. Я выйду в эфир и вот так вот скажу, и вы скажете, а, точно, все, да, я, понятно, забыли, все, пошли работать. Вот, поэтому мы с вами будем лаконичны, не будем много тратить времени на разговоры и будем действовать. Так, и пользуясь случаем, понятно, что я не могу не сказать про наше мероприятие, про итоги года, которые состоятся 6-7 февраля. Потому что на них нужно быть обязательно. Значит, и я уже начал говорить о том, что мы будем делать презентацию версии 4.0. У нас очень много сейчас идей по поводу вот этой генерации новой. Значит, то, что я вам пока сейчас рассказываю, это вот на поверхности. То, что у нас добавится трафиковая история, как что мы начнем с вами получать дополнительные деньги. Представьте, мы раньше просто получали деньги за софт. Мы продавали софт. То есть у нас была, вот, ну, скажем так, единица товара, софт, ну, продукт. И клиент покупал, ежемесячно платил, и мы с этого получали деньги. Так вот, теперь, помимо софта, мы можем продавать еще трафик. То есть то же самое, софт тот же самый, и у нас добавляется еще денег больше. И то есть это уже работает, то есть уже клиенты покупают. То есть у нас уже были выплаты в партнерскую программу за трафик. То есть мы начали это делать. И понятно, что это пока один, там, два инструмента, но мы будем это дело все расширять. То есть через некоторое время будет еще дополнительный инструмент. И очень важно быть вот в этой энергии. Очень важно быть 6-7 для того, чтобы послушать. Это только то, что на поверхности. Есть еще дальше идеи. Есть идеи по поводу вообще развития всего 2021-2022 года, как этот продукт развивать, за счет чего мы с вами будем расти. Поэтому очень важно быть на итогах. И смотрите, у меня вот тут написано «ближе, чем вы думаете». То есть 6-7 февраля, но ближе, чем вы думаете.
ближе, чем вы думаете, потому что это уже через месяц ровно, да, ровно через месяц, сегодня 6 января, ровно через месяц, 6 февраля мы с вами будем уже в Москве на площадке красивой, будем уже общаться. Ближе, чем вы думаете, это такой лайфхак, о котором мне рассказал Тарас Гадованюк. Он говорит, я пошел, значит, просчитал, сколько будет стоить съездить на итоге. Вот, мне стало интересно, я тоже пошел посмотреть, сколько будет стоить вообще по деньгам съездить на итоге, потому что, я не знаю, может быть, кого-то из ваших людей, вас-то нет, но кого-то из ваших людей останавливает, что они думают, это надо лететь в Москву, надо снимать гостиницу, там, так далее, что-то дорого. На самом деле, ребята, давайте посчитаем просто. Вот я прямо перед этим вебинаром зашел на Booking и зашел на, значит, Островок. Это вот наша корпоративная ссылка, там, где у нас с вами есть очень низкие цены. Значит, и посмотрел, сколько будет стоить, например, отель, в котором останавливаемся мы. То есть мы, команда организаторов, администрация, мы останавливаемся в отеле, который там рядом находится. Это Holiday Inn Бауманская. Holiday Inn Бауманская. То есть мы там останавливаемся, и я просто решил посмотреть, какие там цены. Значит, ночь с 6 на 7 февраля, один номер, то есть на два человека с завтраком 2700, по-моему, 50 рублей. Ну, просто 2750 рублей. Если хотите прям полноценно побыть там, 5 прилететь и 8 улететь, то это сколько это там, 6500 рублей. Вот, это просто, ну, отель рядом, который находится рядом с мероприятием. И я посмотрел билеты из разных городов, посмотрел, там, из Тюмени посмотрел, из Екатеринбурга посмотрел, значит, из Краснодара посмотрел, какие там еще города, значит, из разных городов посмотрел, как правило, билет туда-обратно на одного человека, он стоит не дороже 10 тысяч рублей. То есть получается, что приехать на мероприятие, побыть на мероприятии, это там 10 тысяч рублей билет и, значит, сколько там, максимум 3 тысячи рублей это проживание. То есть это ближе, чем вы думаете, это, ну, скажем так, доступнее, чем на самом деле вы думаете. Вы можете, значит, зайти на, еще раз, на ту ссылку, которую мы скидывали в чате в нашем, в телеграм-канале. Компания «Островок» нам дала корпоративную ссылку. На букинге я посмотрел, вот наш отель, он дороже, 3 дня там стоит 9 с лишним тысяч, а через нашего, вот через нашу корпоративную ссылку там 6,5 тысяч. Мне просто было интересно, я вот перед вебинаром вспомнил это, зашел и посмотрел. Вот, поэтому вы можете зайти еще раз на эту ссылку и забронировать, или сказать своим людям то, что это ближе, чем вы думаете, это доступнее, чем вы думаете. Поэтому 6-7 февраля – важное, ребята, мероприятие. И понятное дело, что вы посмотрите потом запись. У нас не будет прямой трансляции. Мы прямую трансляцию делать не будем. Значит, вы сможете потом это посмотреть, ролики на YouTube и так далее, ну или там прямые эфиры, которые будут партнеры делать. Но это, ребята, просто картинка. На самом деле мы с вами начали с того, что мы с вами живем в мире, в котором есть энергия. И очень важно оказаться в моменте здесь сейчас в той энергии, в которой мы будем. То есть вот это присутствие в зале, оно очень важно. Я думаю, что вы все ходите по различным там тренингам, мероприятиям, форумам и так далее. И зачастую на форуме вы слышите одни и те же вещи. И вы знаете, иногда важно не то, что вы услышите от спикера, а важен тот инсайт, который вы получите, находясь в будущем, в этой энергии, то есть находясь там в том пространстве. Потому что все люди, которые там находятся, спикеры, люди, которые рядом с вами сидят, гости, все создают вот эту вот энергию. И вот в этой энергии у вас могут провалиться какие-то инсайты. Возможно, что у вас там придет энергия на принятие какого-то важного решения в вашей жизни. Потому что большие прорывные результаты – это просто лишь решение, внутреннее решение, что все, я себе позволяю, себе разрешаю вот такой вот результат. Кстати, это очень хорошая тема для какого-нибудь следующего тренинга, я тоже об этом проведу тренинг, и мы с вами там немножко продолжим говорить про мироустройство, как ну, позволять все эти вещи. Поэтому очень важно в этой энергии быть 6-7 февраля. Не самому, вы сами точно приедете, а вот именно привести с собой свою команду и тех людей, которые на этом мероприятии смогут для себя это решение принять. Поэтому 6-7 остался ровно месяц, ребята. 6-7 февраля встречаемся с вами в Москве для того, чтобы отпраздновать рождение 4-го поколения нашего с вами классного продукта. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Огромное количество, у нас было там больше 400 подключений онлайн. Огромное спасибо тем людям, которые были с нами сейчас, вот прямо здесь сейчас онлайн. Вот, это очень важно, потому что
Для спикера это важно, когда приходит большое количество людей и хочется больше давать энергии. На этом все. Спасибо. Я желаю вам хорошего, результативного января. И второе, что я пожелаю, это в январе сделать вот так вот. Два личных приглашения. Все. Спасибо, ребята. Все. Всем пока.